Здравствуйте, дорогие друзья! И пришла к вам с очередной хвастушкой. Вот такую зайку, школьницу делала я сегодня на закрытом уроке. Выполнена она из мастики топ-декор с небольшим добавлением смс-очки. Весит фигурка всего 220 грамм. Для тех, кто хочет приобрести урок по данной фигурке, вам нужно написать мне в любую соцсеть под видео, после чего вы получите реквизиты для оплаты. После оплаты вы получаете ссылку на урок. Все ссылки у нас постоянные, поэтому не нужно переживать, что через какое-то время она станет неактивной. Нет, вы покупаете урок один раз и пользуетесь им ровно столько, сколько вам необходимо. Данная фигурка, еще раз повторюсь, подойдет для начинающих лепильщиков, так как она без каркаса. Надеюсь, что она вам понравилась и вы поставите ей свои лайки. Также, конечно же, я буду ждать ваших комментариев. На сегодня все. Всем пока-пока.